Здравствуйте, меня зовут Юлия Ананичева, и сегодня я вам расскажу, как можно поддерживать организм в тонусе в повседневных ситуациях, например, когда мы находимся за рулем автомобиля, когда мы едем на работу или же в дальнюю поездку. В первую очередь обращаем ваше внимание на то, что комплекс упражнений необходимо выполнять, предварительно остановившись. Ни в коем случае не выполняйте упражнения, находясь в движении. Эти советы особенно актуальны будут для тех, кто отправляется в дальнюю дорогу. Начнем наш комплекс упражнений. В первую очередь разомнем шею. Голова вперед, назад. 8 раз вперед, 8 раз назад. Вправо, влево. Благодаря этому упражнению улучшается кровоснабжение мозга, а следовательно и наша внимательность, что очень необходимо, когда мы находимся за рулем. 4 круговых движения в одну и в другую сторону. Таким образом, мы размяли нашу шею, сняли с нее напряжение и улучшили нашу внимательность. Далее разомнем наш корпус. Грудная клетка вперед, вдох, назад, выдох. Вперед, вдох, назад, выдох. Мы можем помогать себе руками, держась за руль. Тем самым мы увеличиваем амплитуду. Вправо, влево. Вправо, влево. Таким образом мы разомнем и расслабим спину, проработаем грудной и поясничный отделы позвоночника. Затем выполним упражнение на кисти. 8 круговых движений вовнутрь и 8 круговых движений от себя. Затем растянем запястье правой и левой руки. Это упражнение позволит нам расслабить кисти и дальше продолжать долгую дорогу. И выполним заключительное упражнение на глаза. Ласки наверх, вниз. 1, 2, 3, 4. Таких 8 раз. Вправо, влево. Тоже 8 раз. И 5 кругов в одну сторону. И 5 круговых движений в другую сторону. Эти упражнения снимут напряжение с глаз и повысят их концентрацию. На этом сегодня все. Будьте внимательны к своему здоровью. С вами была Юлия Ананичева.